привет! Меня зовут Кристина, и сегодня у нас с вами обзор плюс яркий летний макияж. У меня палеточка Визиард и водные аквалайнеры. Unpacking! Посмотрите, какая красивая. Electric Cake Liner от Narvina Collection. Посмотрите, какие тоже суперские. Все заказывала через Байера. У меня нет подложки, поэтому я взяла плотный консилер от бренда Estée Lauder. Наношу на все веко. Тушуем все спонжем. Палетки возьмем с вами вот такой фиолетовый оттенок. Нанесем, сделаем форму глазу. Посмотрите, какие пигментированные тени от бренда Visiart. Внутренний уголок дополняем. Растушевываем все розовым таким легким оттеночком. Добавляем синего на центр глаза. Прям я наслаиваю, не жалея оттенка. Белым оттенком хочу высветлить уголок, чтобы глаз был более свежий и открытый. Добавляем, конечно же, хайлайтера на уголок и на все подвижное веко, чтобы все шикарно у нас сочеталось. Посмотрите, какое сияние у нас получилось. Jeffree Star хайлайтер. Прокрасим с вами реснички, нарисуем стрелки, не жалеем стрелок. Бронзер добавляем обязательно, чтобы заскульптурировать наше личико. И румяшки, чтобы освежить больше. Следующий макияж у меня будет более летний. Наношу желтый оттенок на все подвижное веко. Прям не жалею, наслаиваю. Оттенки хорошо наслаиваются. Рисую аквалайнером зеленым себе стрелки. У меня не было дома кисточки, поэтому пришлось взять простую художественную. И все хорошо получилось. Посмотрите, какой красивый оттенок. Дальше решила немножечко добавить изюминки макияжу, поэтому рисую еще наверху стрелочку легкую. Пока легкую, но впереди, конечно, прорисовываем с вами уголочек, чтобы глаза были такие более хищные у нас. Куда же без этого? Также не забываем с вами про ресницы. Мы должны их с вами хорошо прокрасить. Вот такой у меня на этом этапе макияж получился. Мне безумно нравится, и я прям восхищаюсь собой. Как я вам уже говорила, тут я уже добавила изюминку. Черным лайнером нарисовала себе стрелки и немножко дополнила верхнюю стрелку. Посмотрите, какой превосходный макияж получился. И они безумно разные, но одинаково красивые. Бальзам на губы.